Приветствую зрителей канала «Мудрая рядом». Сегодня мы сделаем гирлянду в виде тигренка, символа 2022 года. Возьмем бумагу формата А4 и разделим на три части шириной 7 сантиметров. Сделаем гармошку шириной 3 сантиметра. На открывающейся части вверху обведем монетку, сделав полукруг. Ниже еще раз обведем монетку, только чуть-чуть, заходя на предыдущий полукруг. Прорисуем кругленькое ушко, потому что мы рисуем тигренка. Прорисуем лапку. И еще одну. И вырежем. Здесь мы не разрезаем, для того, чтобы держались лапками наши тигрята. И разворачиваем. Начинаем прорисовывать символические полосочки, которые бывают у тигра. Ушки, глазки. Рисует каждый как может. У кого-то получается очень красиво, у кого-то как у меня обычно. Но у всех обязательно получится симпатично. Итак, прорисовываем всех. Вот такие тигрята получились легко, быстро и просто. Делайте со мной, делайте лучше меня. Пишите комментарии, приходите в гости. Всем спасибо за просмотр и всем пока-пока.